Какое наименьшее число гирь в наборе, который можно разложить и на 4, и на 5, и на 6 кучек одного и того же веса? Каково наименьшее возможное число гирь, если известно, что их можно разложить и на 4, и на 5, и на 6 кучек одной и той же массы? 3, 5 и 6, наименьшее общее кратное 4, 5 и 6, 60. Именно. Так что 60 гирек абсолютно достаточно. В этой задаче есть совершенно замечательное не решение, а половина решения, совершенно замечательная конструкция. Смотрите, правильно сказал Коля? Наименьшее общее кратное у чисел 4, 5, 6 – это сколько? 60. Это 60. Берем отрезок длины 60 и отмечаем на нем, представьте себе, 60 сантиметров. Берем, например, отрезок длины 60 или 60 по 1 грамму, да, неважно. И делаем так, вот чтобы можно было разделить на 4, что мы делаем? Мы берем и отмечаем вот 0. Здесь 15, 30, 45, 60. Согласны? Да. А что нужно сделать, чтобы разделить на 5 частей? По 12. А? По 12. По 12. Отлично. Давайте отмечаем. 12, 24. 48. А что нужно сделать, чтобы разделить на 6 частей? Надо взять 10. Правильно? Надо взять. Ну, у меня, конечно, не по клеточкам, но я надеюсь, что общая идея вам понятна. Да? 10, 20, 30, 40. И что еще? 50. И еще 50. А теперь представьте себе, что именно в этих местах мы перерезали. Получаются гирьки. Давайте я напишу, какие гирьки. 10. Следующая гирька какая? 2. Следующая? 3. 3. 10. 5. 4. 6. 6. 6. 4. 5, 3, 2, 10. И 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получились 12 гирь. Давайте я их выпишу по возрастанию. 2, 2, что там дальше? 3, 3. 5, 5, 4. Нет, 4, 4. 5, 5. 5, 6, 10, 12 гирь. Дальше самая тяжелая и самая интересная часть этой задачи – доказать, что если 11 получится, то есть если взять 11 гирь, то все будет плохо.